Честно говоря, посмотрев трейлер, в котором мужик лежит в гробу и понятно, что ему никто не может помочь, и постер, на котором написано, что это комедия, я пришел в легкое замешательство. Как, думал я, как можно сделать смешным ощущение человека, похороненного заживо? Сделать этого нельзя. Справедливости ради никто и не пытался.